Всем привет! Меня зовут Максим. И вы на моем основном канале, который называется Максим Пашкин по имени моего основного Google аккаунта. Не так давно было принято решение о создании канала, на котором я так или иначе мог реализовать свои движухи. Я создал свой канал, придумал ему название, придумал логотип. Вот такой вот логотипчик я ему придумал. Вот такой. Этот логотип был нарисован еще в училищные годы. Просто по кирпичкам, от нечего делать, в тетрадке, на математике. И, собственно говоря, я даже подумать не мог, что этот логотип когда-нибудь пригодится. Мне показалось, он наконец-то сможет пригодиться. Я придумал такое наиболее козырное, такое креативное название, которое бы отражало содержание канала. То есть канал должен был быть обо всем, как бы, и я хотел на нем, как я уже говорил, реализовать какие-то свои задумки. С темой я не смог определиться, поэтому пока канал стал называться просто без названия. То есть канал обо всем. На нем были какие-то зарисовки, там прогулки на природе, какие-то обзоры каких-то спортивных, автоспортивных, в том числе новостей, какие-то игровые записи. Ну и смотрю, месяца три я каналом где-то прозанимался, смотрю. Не идет народ. 7, 8, 9 подписчиков, причем один отписался. Ну, просмотры как бы идут. Ну, так вяло, то есть за 3 месяца 34 у меня получилось ролика. И в среднем там 2, 3, 5, какие-то 10, какие-то 15 просмотров имеют. Ну, я так подумал, надо пойти уже путем, каким идут большинство малолеток, которые в принципе имеют там по 2, по 3 тысячи подписчиков. Я подумал, почему бы и нет. Я зашел на один канал, отправил ссылку, зашел на один. То есть я не стал дождаться, пока мне что-то там скажут, там типа не, здесь ссылки запрещены или что-то еще. Я решил так маленько поспамить, потом наткнулся на ряд стримов. В записи там так и написано, было, то есть создатель, сам стример говорил, да, ребята, спамьте, тут стрим в записи для пиара, то есть можете, как говорится, что-то придумать, что-то писать, чтобы вас добавляли там в друзья, там, как говорится, чтобы на вас подписывались, только одна просьба, говорит, не спамьте. Ну и я, давай спамить, так, один раз, другой, третий, ну, собственно говоря, думаю, меня забанили в итоге, а в итоге за спам меня забанили, и вот этого канала больше нет. К сожалению, так получилось. Я отправил апелляцию. Апелляцию не удовлетворили. Сказали, канал останется заблокирован согласно принципам нашего сообщества. Я маленько погоревал. Я как раз готовил текст. Вот у меня вот тут есть тетрадочка. Я тут готовил текст для очередного видео. Вот по Формуле 1. Когда пришло оповещение о том, что канал заблокирован, я маленько погоревал. Горевал день, горевал два. И пришел к выводу, что, наверное, не стоит создавать отдельный канал для каких-то своих движух. У меня есть вот этот канал. С этого канала я сижу на различных стримах, в различных чатах, переписываюсь с различными пользователями YouTube, русскоязычного, иногда и иностранноязычного, при помощи Google переводчика. То есть, в принципе, народ, в принципе, меня уже более-менее знает там на тех двух-трех стримах, в которых я сижу постоянно. И я так подумал, можно ставить тот аккаунт, который у меня есть. Я решил немножко поменять концепцию аккаунта. Это будет не просто аккаунт, это как бы аккаунт, это Google, это Play Market и так далее. И автоматно получается создается как бы аккаунт на YouTube. И я решил поменять концепцию. То есть это будет у меня не просто канал Максим Пашкин. То есть это как бы будет канал, да. Если вы зайдете, как бы видите, у меня множество плейлистов, то есть я те видеоролики, которые я посмотрел, которые мне интересны, и которые бы я хотел бы иметь у себя в постоянном доступе, я их добавил к себе, это возможно, это допускается. И рассортировал их по плейлистам, которые, на мой взгляд, наиболее отражают содержание тех видеороликов, там, клипов, фильмов, там, игр и так далее, которые в нем содержатся. И решил запустить, так сказать, проект без названия.
Теперь это будет вот так. Это теперь будет проект без названия на моем канале Максим Пашкин. То есть в рамках данного проекта я буду реализовывать то, что, собственно, пытался реализовать на канале без названия. Но, как уже говорилось, по известным причинам, накосячило при продвижении канала, и меня забанили. То есть на этом проекте я буду реализовывать те идеи, которые я реализовывал на канале без названия. То есть это какие-то прогулки на природе, прогулки там под дождем, там какие-то автоспортивные видеозаписи, записи с игровых каких-то процессов, те игры, которые мне наиболее интересны. Ну плюс, по крайней мере, большая часть это те игры, которые пока тащит мой слабенький ноут. А он пока тащит, к сожалению, стримы пока невозможны, потому что мой ноут ОБС-ку не вывозит. Как только будет куплен более мощный, более шустрый, более производительный персональный компьютер, обязательно будут стримы. То есть, друзья мои, не стесняйтесь, подписывайтесь, предлагайте какие-то свои идеи. То есть это канал будет он развиваться. Если получится, в дальнейшем, как бы у меня планы попытаться заработать при помощи Ютуба. Таких дуриков много, не я первый, не я последний. Я решил в свои 32 года, почему бы и нет. Можно попробовать, по крайней мере, можно попытаться. Если что-то вам покажется интересным, вы можете это смело там добавить к себе, то есть ничего страшного, то есть это нормально, это общепринятая практика при просмотре роликов на Ютубе. Можете ставить лайки, комментировать, не стесняйтесь подписываться и предлагать, допустим, друзьям. В шапке канала вы увидите ссылка на группу ВКонтакте без названия. То есть, как только пойдут просмотры, я увижу, что как только пойдут стримы, откроется донат, то есть будет, как говорится, какое-то развитие канала, уже целенаправленно, допустим, связанное с монетизацией. Если, конечно, ребятки, вы решите, что да, блин, чувак, у тебя так неплохой, в принципе, канал, и я как бы хочу тебя поддержать, куда тебе скинуть денежку. Ну, я как бы предложу вариант, на какие пока можно скинуть денежку, либо, допустим, если реально будут какие-то особые пожелания, я открою донат до открытия стрима, скажем. Все это будет. Пока же, в общем, дело будет обстоять вот так. У меня есть ссылка на мою страницу ВКонтакте, ссылка на мою группу ВКонтакте. Она остается, она никуда не девается. Не стесняйтесь, подписывайтесь. Предлагайте какие-то свои там замутки. Я, ребята, очень жду, что мы с вами подружимся. Что вы будете смотреть меня и как-то, может, я в ответ на вас подпишусь. Может, что-то мне покажется на ваших каналах, что-то интересное. Я надеюсь, что мы подружимся, я надеюсь, что мы увидимся, будем общаться, не стесняйтесь, заходите ко мне на стримы, какие когда они будут, где я не знаю, правда, когда они будут, ну, я надеюсь все-таки, что они будут. Поэтому, друзья мои, с вами был проект без названия, то есть данные видеоролики именно будут начинаться, именно что как проект без названия на канале Максим Пашкин. И в рамках этого проекта я буду себя пытаться самореализовать. Я очень надеюсь, что вы оцените это видео, первое вступительное видео по достоинству. И сможете в дальнейшем заходить ко мне регулярно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы обязательно увидимся. Всем спасибо. Пока-пока.